В здоровом теле здоровый дух, так считают, и доказывают это на деле воспитанники детского сада «Радуга». Целый день ребятишки занимаются спортом, лечебной физкультурой и кушают только полезную пищу. Результат налицо. В этом детском саду дети практически не болеют. Это обычная прогулка, правда, в песочнице ребятишки не сидят. Куда интереснее устроить соревнования. Сегодня участвуют в эстафете. Две команды – «Ручеек», «Солнышко». Одни доказывают, что они быстрее бегают, другие, что дальше прыгают. Остальные ребятишки тоже не скучают, они активные болельщики. Ребята стараются изо всех сил, главное не подвести команду. Саша здесь главная бегунья, в эстафете опережает даже мальчишек. Бегать больше всего у меня получается. Быстрота – это как моя страсть. Определить лучшего так и не удалось, победила дружба. Так что все довольны. Теперь вот так с песней дошколята спешат в группу. Следующее занятие уже в тренажерном зале. А это еще один комплекс по здоровьесберегающей технологии, так называемые дорожки здоровья. Ребята проходят по дощечкам, рису, фасоли, песку и по пробочкам от бутылок. Это необходимо для профилактики плоскостопия. А еще здесь учат правильно ходить и держать осанку. У ребятишек вот такие самодельные массажеры вызывают массу эмоций. А вот мальчишкам по душе все-таки силовые нагрузки. Приседания там, как, ну, упражнение мельница. И еще мне нравится упражнение, как это там называется? Упражнение, ну, как мы там вот так вот пружину накачиваем. А теперь самое время подкрепиться. Сегодня домашние пельмени. За обедом маленькие спортсмены съедают буквально все. Поели, поспали и снова чай из шиповника, чтобы иммунитет укрепить. Прежде всего, это сохранение, укрепление режима, соблюдение режима дня. Это питание, которое приготовлено по всем санитарным нормам. Правильная кулинарная обработка пищи. Введение в рацион кисломолочных продуктов, соблюдение режима дня, это полноценный сон, это прогулки на свежем воздухе в любые погодные условия. Сон у этих ребятишек на самом деле крепкий. Свежий воздух и вкусный обед – что еще нужно для подрастающего поколения? Здоровьесберегающая технология не только работает, но и дает хорошие результаты. В этом детском саду дети практически не болеют.